В заднем плане у нас знаменитое крымское яблоко кандиль синап или синопская лампада, синопская свеча. В 15 веке завезено это яблоко турками в Крым, и вот с тех пор считается самым лучшим крымским яблоком. Но сегодня мы поговорим не о яблоках, а о сушке. Вот перед вами различные виды сушки. Вот на переднем плане черешня. Вот сейчас я подойду, видите, под стеклом это снято. Вот идет блик, ну, видно отсюда, наверное, так лучше. Вот с левой стороны это урожай снят сегодня в обед, и уже он немножко подсушился. Вот сейчас крупно это 2 дня сушки уже. И вот на 4-й день сушка готова. Вот ее слышно по звуку. Слышите, вот она так звучит. А вот которая не высохла, она еще вот так звучит. Далее мы идем и смотрим. У нас вишня. Вот опять под стеклом вишня. Снята в обед. Вот уже вишня. 2 суток она сушится. Вот такой звук. И вот уже готовая вишня. Вот такой звук. Дальше мы видим, у нас малина сушится. Черная смородина. Ну и вот черешня. Тоже собрана она ближе к вечеру сейчас. И вот я хочу поговорить о пользе и о выгоде сушеных ягод и фруктов. Вот смотрите, все это солнечная сушка. Все эти контейнера, поддоны закрываются стеклом. Сейчас стекла я снял, чтобы бликов не было. Не садится ни муха, не попадает ни пыль, ни осадки, ни дождь. Вот сейчас немножко сумрачно, дождь собирается. То есть это экологически чистый продукт, абсолютно чистый, то есть никаких примесей в нем нет. Еще я хочу поговорить об экономической стороне этого дела. Вот я так думаю, здесь сухофруктов, ну, наверное, на полтонны компота. Может быть, меньше, может быть, больше. Ну, где-то так примерно. И вот представьте себе 100-150 трехлитровых банок. Сколько это надо усилий нашим хозяйкам, чтобы закатать эти фрукты, ягоды. Сколько сахара надо. Воду кипятить, сироп делать. Чтобы только зимой это открыть эту банку и выпить ее в 5 минут. Еще эти банки же надо сохранить. Могут быть морозы, может быть в дороге эта банка разбиться. Да. И вот я хочу вам сказать на личном опыте. Ну, некоторые могут сказать, что можно глубокую заморозку сухую сделать. Да. Ну, в общем-то, там будет мало этих фруктов, ягод. Во-вторых, может морозильник выйти из строя, могут быть перебои со светом. А здесь вот сушка, она универсальна. То есть ее не надо большого объема в каком-нибудь небольшом контейнере. Ее тут, в общем-то, упаковать. И она сохраняется до следующего урожая. Затем по вкусовым качествам, вот я вам хочу сказать, на мой вкус, ни малина, ни вишня мороженое, ни клубника не могут сравниться с сухофруктами из этих ягод. И для того, чтобы приготовить компот зимой, совершенно не надо много усилий. Жменьку того, жменьку того. Можно различные миксы готовить. Вот. Сахар, просто не надо его туда класть. Природный сахар, он очень хорошо извлекается из этих засушенных ягод. Вкус, аромат неповторимый. Поэтому я вам всем рекомендую вот заняться этой солнечной сушкой. Всего хорошего.